Сегодня в России отмечается День студента, Татьянин день, который уходит корнями в 18 век. Изначально он был приурочен ко дню основания главного вуза страны – Московского университета. Около 7,5 миллионов студентов по всей стране отмечают этот праздник необычными гуляниями, маскарадами, флешмобами. А Татьяны в этот день пользуются особыми привилегиями. Татьяна Канева, студентка педагогического колледжа, признается, что катается на коньках редко. Большую часть времени занимает учеба. Но в этот день будущая финансистка сделала исключение. Ой, сегодня все столько внимания, все только поздравляют. Вот, с праздником. Подарка не было, но поздравление от мамы. Я сидела на паре, и она позвонила, и так разъяренно, я понять не могла, что она имеет в виду. Она такая: «Таня, с праздником тебя, с твоим днем!» Я такая ошарашена была этим поздравлением. Я родилась 20 января, и меня назвали в честь вот этого праздника, что скоро праздник, Татьянин день, и меня два дедушки моих с маминой стороны и с папиной назвали Татьяной. Улыбчивая девушка и другие Татьяны на этом ледовом состязании получили сладкие призы от организаторов праздника. Остальные студенты получили массу удовольствия от катания на льду. В честной и веселой борьбе приняли участие 6 команд от Ненецкого аграрно-экономического техникума, Наринмарского социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого профучилища. Всего на лед вышло около 100 молодых людей. После спортивного состязания на скорость победителей призеров, а также болельщиков пригласили на свободное катание. На этой ледовой арене сегодня собрались 3 поколения студентов. Будущее, бывшее и настоящее. Вот уже жюри подвело итоги. Выиграла команда «Чебурашки». Но главное, как говорят ребята, не победа, главное – участие. Весь праздник сегодня общий. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «7».